Акция машины ЗМ-40 в Башкортостане. Перед ЗМ-40 установлена машина МПО-50. ЗМ-40 настроена на очистку семян пшеницы. Очень тщательно рассматривают ЗМ-40 в работе участники семинара. Они не только рассматривают технологическую настройку, но и результаты очистки. Мы вот видим, это выходят зерновые отходы. Можно добрать пробу зерна и посмотреть качество очистки. Визуально видно, качество очистки очень высокое. Обсуждается настройка машины. Впечатление от демонстрации процесса работы очень.